Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников. Я люблю заниматься автомобилями, разбираться в них, а также изучать технические процессы по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли вопросы в своих учебных заведениях, они уже были готовы к контрольным, зачетам и экзаменам. Устройство авто. Тема. Регулятор напряжения. Реле-регулятор. Прежде чем продолжить основную часть данного видео, хотелось бы напомнить то, что сегодняшнее видео является продолжением моего предыдущего видео, и поэтому, чтобы понять сегодняшнее видео, нужно посмотреть как минимум предыдущее видео, а лучше целый плейлист по основе электротехники, потому что это все взаимосвязано. Ну что ж, перейдем к основной части данного видео. Тема небольшая, поэтому не будем заострять на этом внимание. Генераторная установка оснащается регулятором напряжения, который предназначен для автомобильного поддержания напряжения в бортовой сети автомобиля. Напряжение, вырабатываемое генератором, напрямую зависит от оборотов двигателя. Вот, собственно, как он может выглядеть. На современных автомобилях используется регулятор напряжения, контактно-транзисторные, бесконтактные и транзисторные на интегральных схемах. Собственно, вот как они могут выглядеть. Ограничение напряжения происходит за счет открытия и закрытия стабилитроном, связанные с диодным сопротивлением, добавочным резистором. Ток проходит через добавочный резистор, ограничивается по величине, а сопротивление и напряжение уменьшается. Вот, собственно, о чем я хотел сегодня рассказать. Надеюсь, моя информация кому-то помогла. А на этом все. Всем спасибо. И не забывайте обращать внимание на подсказки и на ссылки под видео.